Здравствуйте, товарищи. Значит, поздравляю всех с очередным занятием кружка любителей гегелевской диалектики. Значит, за время, прошедшее с того занятия, которое было перед этим, произошло два события в разной значимости. Во-первых, появилась продажа новая книга «Наука логики Гегеля». Вот она, показываю. Значит, это новое издание, перевод Столтнера, предисловие Розенталя, в серии «Всемирное наследие», издательство АСТ, 3000 экземпляров. Все это в одной обложке, в один том собрано. И, что интересно, значит, третья книга названа, ну, так, как Гегель бы ее назвал, «Субъективная логика или учение о понятии». Издатели включили сюда предисловие самого Гегеля, в котором он говорит, что я вот книга издается в двух томах, но могли бы они сделать две части. Одну бы часть назвать объективной логикой, другая субъективной. Вот они первую никак не назвали, и вообще части как бы и нету. А идет книга третья, субъективная логика, учение о понятии. А первая вот как-то никак их к этому вот не подтянуть. Несмотря на то, что было издание, собрание сочинений Гегеля, которое было в 1937-1939 году. В 1937 году был издан том первый, как и хотел Гегель, или как и было в немецком издании, «Объективная логика», и том второй, «Субъективная логика. Учение о понятии». А том первый, «Учение о бытии, учение о сущности», и, как вы понимаете, все, кто имели или имеет под руками, вот скажем, вот это издание, которое вышло в прошлом году, наше, в нем есть «Объективная логика», вот он, один том, это категория объективного мира, как бы вы его ни понимали. Есть субъективная логика этой категории нашего сознания. И это очень легко поддается вообще материалистическому истолкованию. Тут даже как-то странно, даже трудно его не истолковывать материалистически. Но, тем не менее, вот умудрились товарищи при очередном издании решить одну проблему, видимо, зная, что спросом пользуются наука логики. Они ответили на этот спрос тем, что напечатали 3000 экземпляров. Тем более эта штучка стоит, если прежнее издание вот в таком виде, в котором было объявлено две части, Ленинградское отделение издательства науки, первая объективная логика, вторая субъективная логика, а в тексте их уже не найдешь, не было. За это стоило 450 рублей, а сейчас это стоит 856 рублей. Диалектика в цене. Растет. Капитал. Да, так что. Самовозрастающая. С одной стороны, да, с одной стороны, она вот вырастает, и люди, которые издают, получают, значит, соответствующий доход. Вот в отличие от тех людей, которые правильно издаются, которые потратили свои средства бездоходно, как вот товарищ Лунов, который за свой счет издал это, передал Фонду рабочей академии 1000 экземпляров бесплатно. И мы это выдавали успешно, занимающимся Красном университете бесплатно, как известно. Ну, а если посылали иногородним представителям, так сказать, Красного университета, успешно занимающимся, то, скажем, надо было оплатить только дорогу. Или там, наложный платеж. Вот такая история. То есть история продолжается та же самая. То есть как бы кто-то делает вид, что он не знает, как, что писал Гегель, хотя тут есть предисловие насчет двух томов. Второе, значит, я хочу товарищам сообщить, которые смотрят наш кружок, что вышла книга под названием «Диалектика. Ключ к истине» Дмитрий Гоблин-Пучков и Михаил Попов. Это издательство «Питер». Под издательством «Питер» стоят такие города – Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Минск. Опечаталась книга в Казани. Это. Вот так выглядит оборот.
разведопрос, посвященный этому. Ну и судя по тому, что разведопрос, который был посвящен введению в науку логики, набирает все больше и больше, и даже больше, чем о сложившейся экономической ситуации, видно, что интерес к науке логики в современной России очень велик. Значит, эта книга еще есть в продаже в буквоеде, в некоторых местах есть, в некоторых нет, но можно сюда посмотреть по компьютеру, где еще продают у нас в Ленинграде. Но эту книгу можно заказать через Озон, эту книгу можно заказать через сайт питер.ком, можно заказать по электронной почте books@peter.com, по телефону 812-703-73-74. Ну и поскольку по договору с издательством издание до 100 тысяч, то в зависимости от того, сколько будет заказов и насколько это будет широко, от этого будет зависеть, сколько на самом деле будет издано. Сейчас первый тираж этой книги составил 3500 экземпляров, больше, чем это. Вот, поэтому это говорит о том, что мы, в общем-то, в достаточной степени вооружены необходимыми материалами для того, чтобы люди, которые участвуют в кружке, могли к нему, к этому, к этим занятиям готовиться, набирать соответствующие знания, ну и это все облегчает усвоение. Тем более, что задача, которая перед нами стоит, очень сложная. Тема, которая сегодня перед нами стоит, особенно сложная, поскольку речь идет о действительном. В чем тут сложность? Мы вообще уже привыкли, что одно переходит в другое. Правильно? А действительно, это последняя категория перед окончанием, или не перед окончанием, а, собственно, та категория, на которой оканчивается объективная логика. И происходит переход куда? К понятию. Это легко обнаружить, если вы возьмете самый конец, забежите вперед, и вы тогда увидите последнее, что написано. Написано про всеобщее, единичное. Абсолютная субстанция. Субстанция – это последняя категория, которая относится к действительности и рассматривается вот в этом томе. Отличая себя от себя как абсолютная форма, уже больше не отталкивает себя от себя как необходимость, равно как и не распадается как случайность на безразличные внешние друг другу субстанции, а дифференцирует себя. Себя дифференцирует, а не переходит во что-то. С одной стороны, но такую тотальность, то, что прежде было пассивной субстанцией, которая есть нечто первоначальное, как рефлексия из определенности внутри себя, как простое целое, обратите внимание, простое целое, потому что это страница 521. Простое целое. Мы обычно, когда говорим о целом, имеем в виду части. По поводу этого высказывался уже Гегель, что не надо рассматривать целое как разделенное на части. А вот тут он поэтому уже говорит простое целое. Оно целое. И части это, так сказать, просто так по-иному представленное целое, как разделенное на части. На самом деле оно не разделено. Это, так сказать, как бы другой вид, как бы модус этого целого. Модус – это как форма этого целого, а вовсе не совсем другая категория. Содержащая внутри самого себя свою положенность и положенное, как тождественное в этой положенности самим собой. На всеобщее, а с другой стороны на тотальность, то, что прежде было причинной субстанцией. Что такое тотальность? Мы на эту тему слышали про тоталитаризм, да, что вот он тоталитарный бывает режимы, вот сейчас что в ходу, а что такое тотал? Всеобщее. Всеобщее или целое? Тотал. Целое все. Целое. Тотальность – это целое. Не? Вот, например, у нас было тотальное образование. Не некоторые образованные, как при феодализме, а все. Всеобщее. Что такое всеобщее образование? Тотальное. А сейчас тотальное закрытие. Ну, не совсем тотально. Не все вузы закрыли, только наше доблестное министерство закрыло только половину вузов за три года. Задача
тотальная такая не решена. И поэтому это не тотальные действия, а только частично. То арифметику запретят, то астрономию. Так, теперь, значит, всеобщая бесплатная медицина – это опять тотальная. Тотальная – это всех лечить бесплатно. Тотальная. То есть ужасно это, тоталитаризм. Кошмарный такой. Потом, что значит цель вот социализма? Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Даже не только Абрамовича, Потанина, и Лисина и некоторых других, а всех. Ну, этот опять тоталитаризм. Вот всех надо развивать. Зачем всех развивать? То есть это ужасный строй, которому зовут, так сказать, представители исторического материализма. Ужасный, потому что там это для всех, то для всех. И потом уже нам объяснили, что народные предприятия – это когда несколько. Немного людей, там сотни, две, ну тысяча работают. А оказывается, народные – это когда всем принадлежит. Предприятие вроде одно, а принадлежит всем. Опять тотальность. И самый главный тоталитарист Ленин, он говорил, что величайшим искажением основных начал советской власти и полным отказом от социализма является всякое прямое или косвенное узаконение собственности рабочих отдельной фабрики на их особое производство. Вот здесь тоталитаризм. То есть, чтобы предприятия работали на всех, на все общество, на всех членов общества. И всеобщее развитие опять всех членов общества. Да еще вот особый тоталитаризм в том, что вот всех членов общества вот Ленин писал курсивом, чтобы не пропустили именно всех. Потому что если это мое развитие или ваше развитие, то из этого ничего не получается. Я однажды прощался с одним профсоюзным деятелем с Урала. И на прощание я говорю, ну, коммунизм будет, но только заходить в него будут поодиночке и в разное время. Он так удивился, так посмотрел на меня, я говорю, вот уже Абрамович зашел. А у этих вот коммунистов, тоталитаристов, у них вот именно все, вот им нужно вот все. Это вот самое, то, что они нравятся тем, которые хотят выделиться, и это чтобы было только для них. И так далее. Поэтому это вот тотал и тотальность, всеобщность, это употребляется у Гегеля сплошь и рядом. Смотрите, я беру как раз хвостик того, что мы рассматриваем. Тождественность с собой – определенность. Равным образом есть целое. Целое опять. Но положено как тождественность с собой – отрицательность. Тогда она выступает как единичная. Вот получается всеобщная, всеобщая и единичная. Но она же. Она же, то есть всеобщее – это не отдельно, не отдельная часть, а не отдельное какое-то. И единичное тоже не отдельное. Всеобщее – это когда вы берете тождественность с собой, а она же как отрицательность единичная. Ну, забегая вперед, надо сказать, что Гегель приводит такой пример. Вот если треугольник – это что за фигура? Треугольник – это, с одной стороны, всеобщая фигура вообще, потому что это фигура. Поэтому он представляет геометрическую фигуру вообще. Потом это единичная фигура, треугольник. А как тут получается особенное? Вот начинает что-то среднее искать. Это не среднее, это единство единичного и всеобщего. Непосредственно ввиду того, что всеобщее тождественно с собой лишь постольку, поскольку оно содержит в себе определенность, как снятую. Следовательно, есть отрицательное, как отрицательное. Непосредственно ввиду этого оно есть та же самая отрицательность, что и единичность. И единичность, так как она равным образом есть определенное и определенное, отрицательное, как отрицательное, есть непосредственно то же самое тождество, что и всеобщность. Вот тут уже Гегель, тут уже сразу в конце этого тома доказывает то, на чем будет останавливаться потом специально учение о понятии. О том, что всеобщность и единичность тождественны. Но с учетом того, что мы знаем про тождество. Что мы знаем про тождество? Что тождество – это тождество различного. И вот это вот стремление людей, которые не диалектически воспринимают мир, его излагают, надо, чтобы это разрезать, разделить. А некоторые даже хотят по полочкам разложить. То, что они разрезали, разделили. Это, то есть это с одной стороны так и хочется. По этому поводу, вот интересно, Ленин
Так, нам немножко ехидно про Каутского говорил. Каутский очень хорошо Маркса и Энгельса знал. У него, говорит, в столе или в голове есть ряд деревянных ящичков, в которых все цитаты из произведений Маркса и Энгельса разложены. В столе или в голове есть ряд деревянных ящичков. То есть вот задача другая. То есть над чем мы должны биться, как участники кружка? На том, чтобы видеть вот эту неразрывность, это единство. А раздел это и без нас. Потому что как только название увидят другое, думают, это вот сюда, это сюда. Все пытаются отделить. Все пытаются. Я вот сколько раз спрашиваю на занятиях у студентов, спрашиваю, вот как вот развитие человека в утробе матери идет от части к целому или от целого к целому? Я говорю, вот особенно вот хочу представителей женского пола, чтобы вы ответили. Некоторые говорят, вот части к целому. А что, говорю, нога сначала, потом печенка, потом рука, потом селезенка. Так что ли? Как развитие-то идет от части к целому или от целого к целому? Вот оно целое, не разделенное ни на какие части. Целое идет к целому. Хотя это целое постепенно это дифференцируется. Дифференцируется что означает? Не разделяется, а различается. Мы в этом целом различаем, что разные стороны. Но изъятая из человека почка, это не почка этого человека, ее можно другому пересадить. Если ее пересадят, она будет функционировать как почка и будет в единстве с этим человеком. Если все будет хорошо. А если не будет хорошо, если она будет вот как, только как почка существовать долго, она, в конце концов, ее, так сказать, она не будет уже существовать. Вот это их простое тождество чего? Единичного есть всеобщего. И есть особенность, которая содержит в себе от единичного момента определенности, а от всеобщего момента рефлексии в себя. Содержит их в себе в непосредственном единстве. То есть особенность – это просто простое тождество всеобщего и единичного. Ну а как мы рассматриваем, вот я, следуя там некоторым канонам, как вот некоторые говорят, я тоже пытался раскладывать так, мне очень казалось просто и понятно. Есть всеобщее, это то, какая-то характеристика, которая есть у всех предметов. Есть особенное, то есть у некоторых есть предметов, есть единичное, только у этого предмета, вот как я это понимал. Но я должен сказать, что я ни с первого, ни со второго, ни с третьего прочтения понял, что несмотря на такую твердость моего понимания, как раз именно твердость это граничит с твердолобостью, потому что это совершенно вот не соответствует тому, что есть. Хотя вот это я читал, то, что здесь мы, и дальше читал. Но потом я это, когда уже раз перечитал, два перечитал, смотрю, что то, что вот говорит Гегель, расходится с моим представлением, а это именно представление. Да. Представляешь себе, как ты все разделил, так все хорошо, и так уже нехорошо. И тогда, и чем занимается Гегель, вот мы, забегая вперед, можем посмотреть, чем он занимается. Он занимается тем, что показывает, что единичное есть всеобщее, а всеобщее есть единичное. И все фигуры и умозаключения, которые были у Аристотеля, их можно перевернуть и свести как раз к тому, от чего они отличаются. То есть вот это разделение, которое сделал Аристотель, оно правильное. Но оно не истинное в том смысле, что если, так сказать, копнуть, то выясняется, что каждую фигуру можно истолковать и по-другому. Ну, самое первое вот суждение, с чего мы начнем новое, так сказать, изучение. Вот, я думаю, со следующего раз мы приступим уже к изучению учения понятия. Не потому, что мы тут все разобрали. Я не думаю, что мы тут все разберем от того, что мы на этом остановимся. А мы, наоборот, идем дальше, так сказать, следим за развитием, а потом, может быть, будем еще возвращаться к этим вещам, которые так просто сходу не берутся. Даже в войну такие были операции, когда вот танки вырываются вперед и впереди войско уходит, занимает город. А потом тогда уже получается, что другие части подтягиваются, потому что там иначе будет котел. Нет, оттуда убегают. Противник, потому что он боится, что его совсем туда расчленили, он говорит, между двух огней образуется. И сами оттуда убегают, и тогда
без особенного сопротивления войска идут вперед. Так и мы. Мы же завоевать должны это, вот скажем, науку логики, понятие. Вот. Вот разные приемы применимы к этому. И всем понятно должно быть, что если речь идет о штудировании, это значит, это мы одним приступом не возьмем. То есть один раз вернемся, и второй раз вернемся, и третий раз вернемся. И летом, когда мы будем, как говорится, не будет у нас занятий, кружка надо взять теперь и все перечитать самому в тиши, чтобы ни руководитель кружка не мешал, ни участники кружка не мешали, вы Гегель. Никто вам не мешает, и вы сидите и разбираетесь, правда? Вот. И возвышаете сами себя. Итак, вот это простое тождество есть особенность, которая содержит в себе от единичного момента определенности, от всеобщего момента рефлексии в себя, содержит их в себе в непосредственном единстве. Эти три тотальности, обратите внимание, не три категории, три тотальности. Это и это целое, и это целое, и это целое. То есть как просто посмотреть? Что вы имеете в виду? Это все тотальности. Три тотальности. Три это какие? Всеобщее, особенно единичное. А, всеобщее. То есть то, что люди рассматривают, разделяют, говорят, это всеобщее, это особенное, это единичное. Это целое взято как всеобщее, всеобщее. Тотальное, total. Это целое как единичное, а это как тождество того и другого, как особенное. Вот как понимается. И это нам вот этим нужно обладать, потому что люди, которые специально это не изучают, у них этого нет и не может появиться. Не может появиться, то есть наоборот, приходит в голову, причем вот ясно так, человеку приходит в голову, наконец-то говорит, он, я разобрался. А когда он думает, что он разобрался, потом смотрит, что-то не то. Вот я при изучении науки логики, у меня такие вещи не только по ходу дела были, но и однажды были в самом начале, когда мы с профессором Смирновым, вот у него дома изучали, мы 5 лет изучали и добрались до 2-го тома, но не до конца. Дальше мы уже самостоятельно изучали. И я его, как человек раньше него начавший это изучение, я его как-то все время побеждал в спорах. И когда уже я почти его победил, а он все доказывал, что надо вот не просто определения запоминать, как я вот это старался запомнить, все определения, и брал их раздельно. Он говорит, главное не в определениях, а в уведении, вот в этом движении. И когда уже я почти его победил, и он почти уже согласился, тут я понял, что я понимал неправильно, а он понимал правильно. И, как говорится, начинается все сначала. Начинается все сначала, поэтому ну, моя роль как вот руководителя кружка состоит в частности в том, чтобы предостеречь вас от таких ошибок, которые вот у меня были. Что можно еще сделать? Нельзя же заменить, так сказать, собой что-то. Ну вот, вот, по крайней мере, я с этим столкнулся. Ну и вы будете сталкиваться, потому что каждый раз как к нему приходишь с некоторым своим пониманием к тому, что пишется. Потому что слова знакомые, мы их все использовали, и как вот это понимать? А вот можно маленькую? Можно. Вставочку? Вот смотрите, три тотальности. Всеобщее, особенное, единичное. Я правильно понимаю? Да. Так вот всеобщее – это как бы самодвижение, да? А нет. Особенное, единичное – это нет. Формы, да? Нет. Ну сразу говорит, вы же взяли тотальность. Особенно это суть. Тотальность, тотальность это все. Евгений Николаевич, все. Как же вы берете их, а сразу уже тут же сразу начали резать. Сразу взяли ножик, и это мясо, кусок мяса разделили на три куска. И по полочкам. Не по полочкам. Вы разрубили на три куска просто. Живое тело диалектики на три куска, которое истекает кровью. Нет, я чистый. А вы любите с кровью? Любите вы поджаренное с кровью? Я чувствую, любите, нет? То есть мгновенно вот, то есть вы сделали, вот привели. Это вы специальный пример такой привели? Я не пример, трудящихся. Я попытался понять уже. Как не, бы. Не понять, а вы попытались переделать диалектику в метафизику. Вообще. Но она не проходит. У нас кружок не по переделке диалектики в метафизику, а наоборот, по переделке метафизики в диалектику. Эти три тотальности, суть поэтому, одна и та же рефлексия. Смотрите, что написано, одна и та же. Вот прямо вы вот, вот читаете, вот, допустим, вы не знаете, что такое рефлексия, и не совсем знаете, что это тотальность. Но написано, что эти три тотальности, суть поэтому, одна и та же рефлексия. Ну, хоть не рефлексия, билиберда, одно и то же, так сказать, сущность, одна и та же какая-то картина, но это одно и то же, что это одно и то же.
Да, total, total, одно. Только вы его берете. Или вы берете его с положительной стороны. Или вы берете его с отрицательной стороны. Вот вы взяли его с положительной стороны, с отрицательной стороны, и единство взяли. Но это все то же самое берется. Оно же берется. Вас можно взять, Евгений Николаевич, и вот слова отсюда. Вот, слова разные. Вот сейчас вот если на вас посмотреть, это фас будет. Нет, можно с вас сойти со спины, посмотрите. И третье сбоку. Еще можно сверху и снизу на вас посмотреть. Поэтому, но это все будете вы один. Один вы будете. Поэтому бывает в анфас, бывает в профиль. Обычно, вот скажем, для царской охранки хватало двух фотографий. Я думаю, сейчас прогресс пошел, еще, может быть, еще радужные будут, так сказать, вот, брать оболочку глаза. Этого тоже достаточно, чтобы идентифицировать человека. Как можно, почему человека можно идентифицировать по какой-то такой радужной оболочке глаза? Это именно потому, что в этой радужной оболочке он весь представлен целый. Она раз всего, точно его определить можно. Она в течение жизни меняет. А чтобы определить, вы имели связь с царской кровью или нет, достаточно очень маленького кусочка ткани. Очень маленького. Потому что совершенно не обязательно. И не важно, из какого места взяли этот кусочек, правильно? То есть он в нем целое. Потому что каждая клетка, в том числе человека, содержит, в общем, эту самую тотальность. Тотальность. Да, это, поэтому, и при том, что клетки есть, но клетки как раз вместо того, что раз это клетки, так, а почему клетка? Клетки-то, они как раз все соединено. В клетках-то вот эти проволочки-то, они соединены все. Информация. Вы же не можете сказать, что вот клетка, которая разделяет одну ячейку от другой ячейки, она принадлежит этой ячейке или той ячейке. Так все это едино. Все это едино. Все ячейки вы едины. Они этими проволочками разделяются или соединяются? Они этими проволочками соединяются и разделяются. И мы это с вами изучали уже в разделе о границе. Потому что и граница – это одна и та же определенность. Определенность одна и та же, которая соединяет и разделяет два нечто. Соединяет и разделяет два не. Но это одна и та же определенность. Вот она, тотальность. То есть вот это Гегель все время, у него вот это он это как бы эту нить плетет. Ну вот вы представляете себе, как паук делает паутину. Это паутина, он себе берет куски и потом прилепляет их. Или и так вот все это тянет, и тянет, и тянет одно. Из себя. Из себя. Вот и Гегель так вытянул это из себя диалектику, а мы теперь мучаемся в ней, как в паутине. Запутались. Да, ну расчленял. Сколько страниц? Нет, это вы расчленяли, а он не расчленяет, он соединяет все. Вот он как раз, когда он говорит объективная логика и субъективная логика, он не расчленяет. Вот для него это одно. Он говорит, это вот книга одна, это она подразделяется. Она не разделяется, а подразделяется, как бы... Условно. Но это все одно. Вот этот переход же здесь есть. Почему об этом говорится всеобщем, особенно в единстве, вот здесь в конце? А потому что с этого начнется. То есть то, что он перейдет во второй, другой том, это не мешает делу. Двигаясь наоборот назад, там на чем остановиться, что здесь вот будет? Довольно понятный раздел о причинах, о причине и действии. Довольно понятный. Вот причины и действия, они же различаются, да? А на чем опять делает акцент Гегель? Что действие, оно имеет свою причину, а причина выражается в действии. И тогда вроде как, а содержание у них, если это причина, вот эта причина вот этого действия, значит в причине уже содержание действия. А действие, это оно действие этой причины. Так опять же, и с этой стороны, если вы подойдете, опять одно и то же содержание. Одно и то же содержание выступает как причина и действие. А у этой причины есть своя причина. А у той причины еще своя и до бесконечности. Нет. И дальше берем действие. Действие это приводит к другому действию и тоже до бесконечности. Вот. И поскольку мы с разных сторон смотрим, вот он сначала берет действие, потом уже взаимодействие. Это кауза, которая представляется взаимной причинностью предположенных, обусловливающих друг друга субстанций. Никогда не бывает, что одно только было только причиной, а другое было действием.
но и обратное есть. Берем совершенно такой элементарный пример. Сказка про белую ручку. Вот вы мне вопросы задавали, это причина моего ответа. А вы согласны, что вот вы здесь вот этот вопрос задавали по причине того, что я начал вести кружок? Так а что? Вы начали вести кружок? А я начал вести кружок по причине того, что есть и другие, кроме вас. Да. Которые заставили вас доказаться такого состояния. То есть, это же не главная причина, наверное. Да, то есть... То есть мы можем видеть и то, и другое. Обязательно, если вы берете действие, оно не является причиной вообще того, что является. И Гегель показывает очень легко, что значит, поскольку они неразрывны, и тоже составляют опять одно целое, которое нельзя вот разделить и разложить по полочкам. Никак нельзя разложить, а хочется. Вот именно поэтому тогда, значит, действие есть поток, причина есть только потому, что есть это действие. Если бы этого действия не было, не была бы причина этого. Правильно? Ну и поэтому на самом деле всегда идет речь о взаимодействии. Вот это Гегель показывает перед этим. А когда он говорит вообще об этой категории, вспомните, давайте вспомним, что такое действительное. Сейчас вот я спрошу, должен что-нибудь спросить, а то я вот говорю. Вот кто скажет, что такое действительность? Единство сущности и существования. Раз единство сущности и существования, то никакого перехода сущности в существование или существования в сущность тут нету. А что есть тогда? И вот Гегель тут и объясняет, что есть. Что есть? Если нету никакого перехода. Но если они были разные, то они, конечно, переходили одно в другое. Да, нечто быть, ничто бытие, бытие, там, ничто. Потом рефлексия переходила, так сказать, в непосредственное, а непосредственное его переходило в отрицание, и как все это переходило. То ли в различие, различие это действенное. А тут это единство сущности, их не можете вы поставить одно выше, другое ниже. Это единство сущности и существования. То есть, вы не забыли, где мы находимся? Мы в какой сейчас, какую категорию изучаем? В какой сфере мы находимся? Сущности. А если это уже единство сущности и существования, мы уже из этой сферы закончили все. Раз это единство сущности и существования, то существование ничем не ниже, чем вся эта сущность. Правильно? Раз это единство сущности и существования. Сущность не выше, чем это существование, потому что существование – это бытие. Вот оно уже бытие на равных сущностях, раз единство сущности существования. Вот тогда сейчас бытие на равных, ну тогда вот мы и приплыли к этому самому бытию, ну уже второму бытию, восстановленному через сущность бытия. Вот поэтому это существование не просто существование, а потом через действительность это дорога в понятие. И поэтому здесь движение какое? Вот я не слышал ответа. Какое тут движение вот тут как раз? Это переход или не переход? Тут уже нет перехода. А что это? Какое движение есть? А там написано у Гегеля. Иногда вот что получается, что интересно. Потом смотришь, думаешь, никак не придумаешь. Потом открываешь, там черным по белому все простым языком ясно написано. Развертывание. Раскрытие и развертывание. И все. Вот раскрывается вам полнее и полнее это единство. Полнее и полнее. Какой переход? Никакого перехода нет. А где оно раскрывается для вас? Вот так и дальше может раскрываться через понятие. И лучше будете понимать. От того, что вы будете перебирать категории сознания, будет лучше понимание той самой объективности, которая этому предшествует. Потому что это вот по содержанию, переход в субъективное, он что, выкидывает это содержание? Если это содержание закончили, это выбрасываем, будем заниматься теперь субъективной логикой. Или субъективная логика своим содержанием имеет вот это вот объективную логику, и никуда она от этого не уходит. Это еще один этап. То есть мы переходим к чему? Снова к бытию. Но к какому бытию? Которое является снятием чего? Становление. Что вы, Евгений Николаевич? Христа на вас нет. Какого становления? Вы нас с горы прямо бросили в самое на дно куда-то, в расщелину. Мы все разбились. Капустин, это снятие сущности. Сущность снимает сама себя.
Вот мы где находимся. Вот сейчас вот на этих страницах сущность снимает сама себя и становится снятая сущность. Это что? Это возвращение к чему? Бытию. К бытию. К какому бытию? К такому бытию, которое теперь обогащено сущностью. Вот, вот это вот второе отрицание. Это было бытие. Первое отрицание бытия – это сущность. Потом вот сейчас мы заканчиваем отрицание этого отрицания и получаем возвращение снова к бытию. К какому? Уже не к тому бытию непосредственному, а к которому, а посредственно всем этим движениям. Через которые просвечивают сущность. Да, вот так же. Что делают, вот что сделали Маркс с Энгельсом, они что сделали? Они взяли и говорят, вот можно, конечно, нарисовать пять формаций общественно-экономических. Первый опыт на общинный коммунизм. 90 тысяч лет прожили. Много прожили при коммунизме. О, как люди жили. 90 тысяч лет прожили при коммунизме. А мы печалимся, что мы так недолго прожили при коммунизме. Вот как повезло людям. Потом отрицание. Что является отрицанием? Рабовладение. Феодализм, капитализм, но в целом это частно-собственнические формации. Общественная собственность отрицается. Чем? Частной собственностью. Поэтому все вот эти три формации можно рассматривать как одну большую частно-собственническую формацию, в отличие от той формации, которая является коммунистической. Но первой. Первобытный коммунизм. Значит, и вот теперь второе отрицание. Оно идет. И вот вроде бы у нас и там потеряли социализм, и там потеряли социализм, и в Албании потеряли, и в Монголии, и в Советском Союзе, и в Венгрии, и в Румынии, особенно в тех странах, которые не больно много пролили своей крови в борьбе за социализм. Там больше пролили крови наши солдаты, которые их освобождали от фашизма. И вот в то же самое время, мы видим, что на другом краю земли 1,5 миллиарда человек находится в движении от взятия власти рабочим классом, ну, к построению полного коммунизма. При этом при полном коммунизме еще никто не живет. В первой фазе коммунизма живут в Северной Корее. И после некоторой перепалки, которая произошла между Ким Чен Ыном и Трампом, и состояла в том, что Трамп пишет, вот, Ким Чен Ын, я хочу с тобой подружиться. Зачем ты меня называешь старикашкой? Я же не говорю, что ты толстый и маленький. И вот теперь они в Пан Мэньчжоне договорились, они в мае будут встречаться. Я, кстати, был в этом, в Пан Мэньчжоне, там вот такой стол стоит, только не такой вот закругленный, а квадратный стол. Вот здесь стоит флажок КНДР один, а там 17 флажков. Это 17 государств во главе США воюют, находятся сейчас в состоянии войны, это был 92-й год, но и все продолжается, находятся в состоянии войны с КНДР. Это как бы перемирие просто. И, соответственно, вот это вот помещение в Пан Мэньчжоне находится прямо вот на границе. Половина помещения на юг, вот тот юг, а это север. Вот. А товарищ Фетисов, который был вот заведующий политическим отделом «Народной правды», который был в нашей ребятской, я туда, говорит, не пойду на Южную Корею. Я говорю, вот даешь, ты не пойдешь. А я пойду, я мне чего-то стоит. Обошел стол и побывал в Южной Корее. Я пошел и стол обошел. Раньше, чем Трамп. Чувствуете, как здорово. А теперь Трамп туда приезжает. Причем наша газета, наверное, они... Я вчера посмотрел в российской газете. Будет встреча между США и Южной Кореей. Ну, дает. Я понимаю, могут быть ошибки какие-то такие, лисяки. Ну, встреча-то будет между США и Северной Кореей в мае. А это в Южной Корее будет встреча у Трампа в апреле. А эти про май написали. Ну, то есть совсем уже там никакого контроля нет за тем, что вы пишете, и соображения нет. Стесняются. Политического. Вот. И что получается тогда? Откуда это вот такое троичное? Вот оно вот, пожалуйста, вам. Тезис, антитезис, синтезис. Синтезис включает в себя и то, и другое. И это все одно. А это одно же тотальность. Вот эта тотальность, некоторые ходят с этим, борются с тоталитаризмом. Все хотят порубить на куски.
Вот они воюют против целого. Вот вся эта целая объявленная. И это, говорит, тоталитарный режим. А что значит тоталитарный режим? Это тот, который... сплоченный, единый, да, единый, прочный, целый, надежный. Да. Ну а как? А есть какой-нибудь режим не тоталитарный? Государство-то везде есть. А государство всегда это машина насилия для борьбы с чем? Со всем, кто возражает против действия правящего класса. Поэтому государство тоже некое всеобщее, которое является единичным государством. Оно всеобщее, оно везде проникает. Не туда пойдешь, получишь дубинки по голове. Причем совершенно не важно, кто ты, где ты, как ты. Министра могут посадить в буржуазном государстве. Посадили же этого Кулюкаева. А некоторых товарищей из Следственного комитета, которые сажают, тоже могут посадить. Репрессии. Губернаторов могут, которые там управляют огромными, так сказать, ресурсами и огромными массами людей. Как говорится, таких государств нет в Европе, как у нас некоторые губернии. Я имею в виду некоторые субъекты федерации. Потом раз его и посадят, как Хорошавина, который, как бы, отдельно, думал, что он на отдельном острове, на Сахалине, что это Сахалин, это как бы не часть России. Ему объяснили, что такое часть России, он будет выучивать где? В тюрьме. Что это вот единство. 13 лет. Единство. Ну, за 13 лет он это выучит. Что это часть России. И что твою законность не надо там устанавливать. Причем это делают и в буржуазных государствах, ну а уж при феодализме-то тем более делали. Ну а что вы думаете, значит, при феодализме делали, при рабовладении делали, а при социализме не будут, и при социализме... Вы хотите, чтобы не было государства, так вы уберите различия между городом и деревней, или физическим днём труда, хотя это дело, и не будет государства. То есть те, которые против вот этого государства, они как бы наши союзники. Но только они их прямо хотят убрать тогда, когда еще есть в этом необходимость, а его надо убрать основательно, чтобы не было причин существования этого государства. Нет причин, нет и действия. Поэтому Ленин говорил, пусть смертную казнь отменяют господа преступники. Потому что государство – это же реакция класса на нарушение его интереса. Вы не нарушаете интересы рабочего класса, вас никто не тронет. Вы никого не убиваете, вас не привлекают к смертной казни. А если вы убиваете, вас привлекают. Вот Китай борется с коррупцией. 10 тысяч расстреляли тех, кто коррупционеров. Ну, как-то так это удерживается. А попробуйте 1,380 миллиардов удержать. Да невозможно удержать. Все растащит. Все растащит. Причем там ситуация, как при НЭПе, есть и государственный сектор, 55%. И частный сектор, и госкапитализм там есть. Ну, если вы там не будет сильного государства, все пропадет. Ну вот, интересно, как получается. Поэтому вопрос об этом, о том, что вот мы здесь рассматриваем, он для нас новый только в том отношении, что здесь нет перехода. Вот когда будете это перечитывать, имейте в виду, что тут нет перехода, поэтому здесь раскрытие. Развертывание. Почему говорится абсолютное? А почему абсолютное? А все одно. Все это абсолютное. Одно вам. И в этом вот абсолютном, насколько это абсолютное вследствие предыдущего, проступает и то, что было. Проступает. А вовсе не, так сказать, вот так разделяется. То есть здесь вот эта цельность, она очень ярко выражена. А инстанция – это то, что действующее. Если действительность, она и как еще понимается? Действительность от слова «действовать». Причина и действие. Действительно, то действительно, что действует. А если оно не действует, то оно и не действительно. Вот действительные коммунисты – это которые борются за коммунизм, которые имеют партбилет, который они не выбросили, а где-то спрятали. Может, иногда под подушкой или под одеялом смотрят на него. Это не действительные коммунисты. То есть может быть коммунист, но не действительный. Поэтому есть коммунисты действительные, есть коммунисты недействительные. У нас недействительные коммунисты сплотились в одну могучую партию КПРФ. Почему они недействительные? Потому что они не против главного вообще в марксизме и в коммунизме. Диктатура пролетариата. Раз они за это не выступают, то вот они вроде и коммунисты. Объявлено, что коммунисты, но недействительные. Вот у карточки есть у какого-нибудь, из какого-нибудь банка, вы уверены, что она действительная уже? Банки ведь лопаются ведь каждый день.
Поэтому вы смотрите. Вы скажете, у меня там сумма большая лежит. Ну вот большая, но если она больше, чем то, что агентство по страхованию вкладов, то считайте, что все сверх этого пропало. А все знают, что чем хороши эти карточки. Почему все говорят, давайте карточку заводите. Сколько в прошлом году снято с этих карточек мошенниками в масштабах страны? 1 000 000 000 000 000 рублей. Ваша не снята? Ну? Легко, кстати, сняли. Достаточно вчерашней, вот эти вот... В вчерашней газете «Метро», есть там анекдоты в конце, говорит, где вы храните, говорит, свои финансы? Ответ, я храню свои финансы в мечтах. Надежное хранение. Вот дело в том, что когда мы идем вперед по необходимости, я имею в виду идем вперед, вот дальше развиваем логику или следим за логикой, по необходимости ты приходишь к новому со старой схемой. Ну только ты его усвоил, наконец понял, и тогда приходишь и пытаешься вот это то, что ты понял, применить. А Гегель, вот оно каждый раз тебе все это переделывает и каждый раз поправляет. И когда... Потому что на самом деле, если вы что-то делаете новое в жизни, действуете, делаете, оно, с одной стороны, что-то воспроизводит из того, что было, но если вы делаете впервые в жизни, и впервые в жизни делаете то, что никто не делал, то обязательно будет то, что не похоже на то, что было до этого. Обязательно. Даже если это, скажем, вы снова строите социализм, но в другой стране. Ну, если в другой стране, то там немножко по-другому. Там как-то это по-другому будет выглядеть. Хотя вот я наблюдаю, что некоторые товарищи какие-то такие вот азы заучили, вроде как есть два класса. И вот есть буржуазия, есть рабочий класс. А что, между буржуазными странами нет противоречий? Ну, в чем суть империализма? То, что одни... Крупные страны-хищники хотят съесть более мелкие страны. Это и в животном мире так. Ну, правильно. Крупная рыба, так сказать, съедает всякую мелочь. Или животные более крупные, как кит, он даже и не ловит их по отдельности. Он как втянет в воду, там это вся эта мелкая живность попадает к нему сюда, и там идет переваривается, и все. Ведь Ленин разве объяснял, что это крупные хищники, вот они господствуют над всем миром. А сейчас эти хищники сгруппировались, уже нет разных групп. Есть одна группа во главе с Соединенными Штатами Америки. Так кого надо удивлять тем, что это вот, она вот за пределами своей страны сплошь и рядом действует средствами террора, говорит. Вот вы вот изгой. Это что значит? Что вы еще есть, но вы уже все. Не наш. Не только не ваш. Все, вы уже предназначены к тому, чтобы вас не было. И только время только вот некоторые. Ну как, взяли и объявили. Россию объявили изгоем? А что вы ждете? И как Россия себя... Буржуазная Россия, как она повести, если вы нас изгоем объявили? Значит, надо как-то обороняться, видимо. То есть просто вам не сказали, какого числа это будет, но вам уже как бы все, так сказали, что вы изгой. 3 изгоя, да? У нас объявлены Соединенные Штаты, кто это? Россия, Иран и КНДР. Турция. Нет, не надо примазывать Турцию. Она не объявлена. Турция изгоя. Еще не заслужила. Она в НАТО. В НАТО она состоит. Константин, кстати, она еще чего? Не определилась. Это друзья. Отходит от НАТО уже. Отходит, но не отошла. Но все равно она... Но кто ее объявил изгоем? Ну как вы можете говорить? Никто не объявил. Не надо очернять Соединенные Штаты Америки. Но и там и так много черного, а вы еще хотите их вот очернить такими высказываниями. Ну, встречаться должны Иран, Сирия, Турция. Никакая не Сирия. Сирия не изгоит. Такие мелкие страны вообще не в счет. Они не считаются, и даже с них просто уничтожают, так сказать, уничтожают, даже не рассуждают, что они изгои. Изгои, потому что я сразу не могу проглотить, и сразу не могу уничтожить. А Сирию, там, Ирак и Ливию, кто объявлял, что она изгой? Да Ливию раз и нет ее. И Ирак, раз и нет. А что с Югославией сделали? Бабахнули их. И вы перечисляете, сколько там? Македония. На 74. Да. Сербия, Хорватия, Черногория. Албания.
Нет, он был. Это все Югославия, бывшая. Ну, бывшая Югославия, так что бывшая? Она на части разделена. Вот именно разделена на части. Нету целого. Нету. А целое что? Что теперь целое для Югославии? Скажите, пожалуйста. Целое что для Югославии? Тотальность в чем? В истории. А? В истории. Нет, целое в Соединенные Штаты Америки. Кто разделил, тот и целое для этой Югославии. Они же только те хотят что-то там с нами заключить, с Россией. Мы им как скажут, не заключать, все. Ну кто управляет Югославией? Для чего разделяет? Разделяет, чтобы властвовать. А кто властвует? Один. Тотальность есть? Тотальность есть, только она не югославская тотальность, а американская тотальность. Да. И Хорватия. Или там из себя что-то там изображала Франция, дескать, вот захотим, и мы построим для России вертолетоносец. Построили. А потом дядя Сэм сказал, так, нельзя. Не давай. Нельзя. И все. Да. И что? Немножко так. Как это пошумело там Франция, мы самостоятельные, присамостоятельные, и заплатили. Чтобы не укрепить Россию. Заплатили. Чтобы не укрепить Россию этим судном. Для России это наши, говорили военные, мы бы вам 10 таких сделали вертолетоносцев, тем более они нам не нужны. Вообще не нужны, не знают куда. Сплавили в Египет, в конце концов. А наши теперь получили заказы, чтобы их там оснащать уже с вооружением соответствующим. Нашим все равно... Капиталистам будет что делать с этим вертолетоносцем. Ну, по мелочи, конечно. Вот поэтому у нас такой очень интересный сейчас момент и очень важный. Когда мы завершаем вот этот, я хочу сразу сказать, что здесь вот это, все вот эти места, несмотря на мои комментарии и гегелевские комментарии, я думаю, что это все равно это очень трудное все это место. И трудное в силу непривычности, потому что наша вот привычка, связанное с формальной логикой, вот к этому делению, разделению и даже переходы. Мы все переходили, это опять еще разделение от этого. Хотя мы уже видели, что там вот уже в становлении нет бытия, нет ничто, а есть лишь становление. То есть все равно целое. Но вот здесь они просто встали совсем на равных. Единство сущности и существования. Сущность – это вся сфера, а существование, как действительно. Вот когда мы дошли до действительного, они уже различаются просто как моменты одного целого, моменты. У нас есть такая замечательная категория моменты, которую мы уже усвоили, что это не куски и не части. И если уж мы сказали моменты, это точно, что они неотделимы, неразделимы. Поэтому действительное, не так обстоит дело, как мы вот мыслили, что тут есть вот наверху существование, а там или явление, а там закон. Нет. И в самом, на самой поверхности есть то, что действительно. То есть то, что соответствует сущности. Вот у нас много всяких негодяев. И немало людей хороших. Вот хорошие люди – это действительные люди. А те, которых много, они есть, они существуют, но они сволочи. Кто они такие? Они отрицания. Чего они отрицания? Они отрицания человеческой сущности. Так они же люди, да, эти люди есть отрицание человеческой сущности, их живое воплощение. В целом они, как вот как целый человек, хоть негодяй, он есть отрицание человеческой сущности. Мы его действительно считать не должны. Он как негодяй, так на меня смотрит. Ну я знаю, что вы выдержите и по комплекции, а на другого посмотришь, он пропадет. Нет, понятно, да, почему на меня смотрит. А так вот, только мы выйдем, вы похудеете и все. Потом вы человек добродушный, обычно сейчас. Почему говорят, что человек, почему говорят, раздобрел человек? Ну, немножко стал добрый, более добрый, чем другие. А эти вот вечно эти худые, они злые. Им что-нибудь скажешь, они потом скажут, что будут рассматривать меня как изгоя. Сразу съесть не могут, но со временем как-нибудь, да. Ну вот, собственно, что я, вот мы должны с вами сделать, поэтому просьба это вот изучить, а в следующий раз мы начнем начало вот нового тома, второго тома, всеобщее, особенное, единичное. Это вот уже некоторые слова об этом были сказаны, они вот были сказаны здесь, и они снова будут повторены и развиты.
там. Но уже мы должны с самого начала, что пытаться понять, что всеобщее, особенно единичное, это не три разные категории, а это одно, выступающее как всеобщее, особенно единичное. И когда мы будем сталкиваться с суждениями, а прежде всего мы будем там суждения брать, какая форма суждения? Роза есть растение. Роза – это субъект, есть – это связка, растение – это предикат. Но если роза есть растение, то же равенство. Между розой и растением равенство, вроде бы. А что разве, любое растение роза, что ли? Нет. Значит, вроде тут и равенство, но в то же время и неравенство. А написано «есть». То есть это вот «есть», оно не выполняет функцию этого формального равенства, никак не выполняет. Потому что никак из этого не следует, что всякое растение – это роза. Но из этого следует, что роза – это не только роза, оно вообще растение. И вот, скажем, здесь каждый присутствующий на кружке, и те, кто смотрит и не присутствует, не просто вот конкретные люди – Иванов, Петров, Сидоров, Шабусов, Попов, а это представители человечества. Ну, что-то хорошее вам должен сказать, Евгений Николаевич, вы представитель человечества всего, причем взятого в развитие, не только человечества сегодняшнего дня, а человечества как такового, которое бесконечно и вечно. У вас сущность какая? Полная, как бы сказать, обобелиться. Нет, чтобы оттолкнуться от чего-то. Не надо отталкиваться, надо притягиваться. Чего вы хотите отталкиваться? Отрицать. Сущность человека в чем? Ну, социальная сущность. Ну, что он принадлежит человечеству. В общественных отношениях между людьми. Вот, товарищ. В этом сущность человека. А общественные отношения между людьми, они, люди меняются. Общественные отношения все время развиваются. Неразрывно и непрерывно развиваются. Они все выше, выше, богаче. То они от формации к формации меняются, а потом в рамках коммунистической формации бесконечно будут развиваться. А вы принадлежите, у вас это такая сущность. Вот вы говорили, что я на вас нападаю, а я хочу вас восславить, поскольку ваша сущность нетленна. Нетленна. Она получилось. Бесконечна и вечна. У вас получилось. Да, конечно. Спасибо. Но это и другим комплимент. Но это не только вам комплимент, это и всем комплимент. Или как говорил этот Брежнев, награждая, говорит, так, это этому герою. За нашим, за успехи этого героя. Потом посмотрел, достал из ящика, говорит, это мне. У меня тоже сущность общественная, а что вы думаете? Так что мы тут видели такие веселые варианты с этим. На этом занятие мы сегодня закончим. Если нет каких-то вопросов для вот непосредственно для кружка, какие есть вопросы? Когда мы в следующий раз собираемся? В следующий раз 27-го. 27-го, хорошо. 27 марта. У меня такой вопрос будет. Вот вы сказали, что да, вот про полный коммунизм. У меня вот такой вопрос, что возможно ли прийти к полному коммунизму не в рамках всей планеты? Вот, если говорить именно о полном коммунизме, как во всеобщем. Дело в том, что вопрос, как Гегель бы сказал, вопрос сам неправильный. Неправильно. А как что значит в рамках всей планеты? Ну, вы только к полному коммунизму только в рамках всей планеты и можно перейти. Вот вся планета берется, и вот где-то здесь уже полный коммунизм. Это в рамках всей планеты? Ага. Ну, в рамках. А потом это все шире, шире и больше. Ну, вот скажем, если темпы роста Китайской Народной Республики выше, чем Соединенных Штатов Америки, то вот этот сектор социализма, или сектор, в котором идет становление коммунистической формации, становление и развитие, в КНДР развитие, везде становление, он же расширяется без всяких дополнительных революций. Просто на основании того, что там уже революции свершились, кризиса нет. Вот когда был кризис мировой, последний уже, мировой он был империалистический кризис, но он же не затрагивал социалистические страны, и Вьетнам прекрасно развивался в это время. Мне это не мешало, Китаю это не мешало, наоборот. Поэтому вот это развитие, к чему дело идет? Дело к тому идет, что неизбежно Китай становится наиболее развитой мировой державой. Для этого ему не нужно делать никаких революций. Для этого он просто использует те преимущества, которые у социализма есть. И все. Они еще в переходном периоде, они все преимущества не могут использовать. Но вот они используют уже ту возможность, которую дает
переходный период от капитализма к коммунизму. И это все в рамках. А как еще не? А как мировую революцию Ленин понимал? Вы откройте работу «Лозунги Соединенных Штатов Европы». Он там говорит, что это что такое мировая революция. Мировая, и не как Троцкий он понимал. И даже не как в свое время понимали Маркс и Энгельс, что вот, так сказать, во всех передовых странах одновременно будет революция. Специально Ленин разъяснял, что в силу неравномерности развития при империализме то товарное хозяйство, которое дает неравномерность в отношении отдельных предприятий, потом приводит к неравномерности развития целых стран. А раз целых стран, уже не может быть одновременно революция, созревание революции во всех передовых странах. Какой-то раньше, какой-то позже, а все другие, они останутся жить еще при буржуазном строе. И в другой работе, военная программа пролетарской революции, и этот самый новый социализм, в этой, или страна, которая совершила социалистическую революцию, вынуждена будет встать против остального капиталистического мира. И поэтому она должна готовиться к тому, быть готовой к тому, чтобы капиталистический мир будет развязывать против нее войну. Это вот к вопросу о том, а знал ли Сталин, что будет война? Да Ленин знал, что будет война. И об этом написал. Все как, просто так вот без войны согласятся, чтобы развивался Советский Союз и никаких попыток не сделать его задушить? Никто в это не верил из серьезных людей. И не просто не верили, а перешли к 8-часовому рабочему дню вместо 7-часового, использовали все возможности быстрого роста и так далее. Задача стояла пробежать за 10 лет то, что другие страны проходили 100 лет, писал прямо. Иначе нас сомнут. Что такое сомнут? Ну что сомнут? Ну не что, война. Поэтому у Ленина, вот еще раз повторяю, в работе о лозунге Соединенных Штатов Европы, это целый длительный период, целая эпоха, острейшей классовой борьбы, революции и контрреволюции последовательно в разных странах. Вот идет сначала здесь, потом здесь, потом здесь. Что мы и наблюдаем? На сегодняшний день мы считаем Китай, КНР, 1 380 000. На втором месте Вьетнам социалистический. Сколько? 110 уже. 90 миллионов. Больше. 110. Всегда больше. Мы с вами лучше преуменьшим. А то скажете, что мы приписки делаем в сторону социализма. Другие скажут, это вам понравилось, а другим может не понравиться. Скажут. А я скажу, у меня вот устарело на день, на два. И сами же эти люди покажут, что тем самым идет еще и быстрее, чем я сказал. Так, 90 миллионов, грубо, Вьетнам. Потом идет, после Вьетнама, на третьем месте, Лаос? Нет, на третьем месте идет КНДР. 25 миллионов. Там тоже идет рост. Куба? Куба 11 и Лаос 6. Вот вам, пожалуйста. 6. И вот. Но Лаос 6-то 6, но это 75-й год. Вот Куба вообще в другом месте. Там революция самостоятельная, и революция произошла на другом континенте. И не скажешь, что она прямо вот под боком была, как Монголия, под боком Советского Союза. А там в Индии еще есть кусок. Кусок есть, а победившей революции нет. В Монголии она, кстати, отошла от социализма? Да, да, конечно. Конечно, и как? Мы братья с ними. С 13 века. Да. Да. Поэтому вот такую картину мы наблюдаем, строго в соответствии. Но вот Ленину пришлось применительно к эпохе империализма, ну как бы вот пересмотреть эти позиции, и они говорят, что это было верно для капитализма свободной конкуренции и неверно для империализма. Вот и все. То есть это опять же, это то же самое, но в развитии взятое. В развитии. Это не значит, что было неверно. Верно было, для того, а сейчас неверно уже, а сейчас верно другое. Никакого, ничего другого не может быть. Поэтому, скажем, вот почему, чем троцкисты отличаются? Что они повторяют зады уже то, что сейчас неверно, а они вот это повторяют. И получается, их точка зрения сводится к отрицанию действительной передовой теории социалистической революции, характерной для империализма. Мы живем при империализме, а они еще и не вступили в эту эпоху. У них отсталая концепция. И они ходят с этой концепцией, что вот разгорится весь мировой пожар.
И главное в этот пожар забросить Россию. Потому что она тогда, вот, раз она большая, то вот сразу такое полено большое бросить и сильно разгорится. Ну, пропадут тут русские, ну ничего страшного. Зато будет весь мировой пожар, все будет гореть. Странные люди. Почему странные? Да не странные люди, это враги социализма, враги трудящихся. Потому что, как говорил Ленин, оппортунисты, ревизионисты, это просто замаскированные классовые враги. Поэтому они никакие не странные. Вам странно, что у коммунизма есть враги, товарищ Мордой? Нет, не странно. Ну, что тогда вы говорите странно? А их не надо рассматривать как левых, поэтому. Поэтому вот давайте их... Поэтому, а что, они друзья, что ли, нам? Я их как левых в коммунистическом движении рассматриваю. Они не в коммунистическом движении. Ну вот если на вас сел клоп, вы его как человека, что ли, рассматриваете? А я его как паразита рассматриваю. Он кушает мордовина. А он без вас жить не может. Не может? Вы должны понять. Вы без него можете жить, а он без вас не может. Поэтому на теле коммунистического движения есть паразиты. Троцкисты, оппортунисты, ревизионисты. Они ничто собой не представляют. Вот я представляю солидные буржуазные деятели, последовательные, явные, прямые сторонники капитализма, империализма. А эти изображают из себя чуть ли не коммунистов, почти такие же. Левые, говорит, есть какие-то левые правительства в разных странах, якобы. Да, даже за мировую революцию. Левые правительства. Что это за левые правительства? Это какие правительства? Буржуазные. Ну там чуть поменьше неравенства. Ну там что, нету эксплуатации? Есть. Ну, меньше эксплуатации. Не надо так сильно эксплуатировать. Надо эксплуатировать в меру, потому что если вас сильно укусит, его сразу раздавите. А если он там тихо, у вас потихонечку сосет и сосет, вы спокойно к этому относитесь. Но все паразиты находятся в единстве с тем, на ком эти паразиты живут. Это вот свойство паразитов. Поэтому вы паразитов назовете левыми. А у Ленина там о характере нашей газеты говорится, что враги социализма, вот эти богатые и жулики, тунеядцы и хулиганы, враги социализма, враги трудящихся. И расправляться с ними нужно беспощадно. Всякое нежничание, всякое сентиментальничание по отношению к ним было бы величайшим преступлением перед социализмом. Вот. К паразитам. Вы паразиты левыми считаете? Левые – это вот те, которые за диктатуру пролетариат, а остальные это подают себя как левые. Все паразиты, да, они могут всегда в любви к тому, откуда они кровь сосут, всегда признаться. Ну, паразиты любят же, клопы любят же людей. Вот почему-то люди, не взаимная любовь, а вот клопы точно любят, а их не оторвать от человека. Поэтому вот этих левых не оторвать от коммунизма. Они обязательно присосутся и тут же ходят и... С какими-то значками или с какими-то заявлениями коммунистическими или левыми рассуждениями. Ну какие левые? О чем можно говорить? Нет больше вопросов? Нету. На этом занятие нашего кружка не прекращается, а продолжится 27 марта. Мы тоже переходим к тотальности.